Я приветствую вас, друзья. После развода нередко у бывших супругов возникают споры о детях. Споры о том, с кем будет проживать ребенок, не так часты, как разногласия супругов по поводу общения с ребенком. Давайте же обратимся за помощью к закону. Права родителей в отношении совместных детей. Семейное законодательство нашей страны устанавливает для родителей равные права и равные обязанности в отношении совместных детей. Статья 61 Семейного кодекса Российской Федерации. Это значит, что оба родителя одинаково вправе заниматься воспитанием ребенка, принимать решения относительно всех аспектов жизни ребенка, его развития и обучения. Разумеется, на них лежит и равная обязанность по содержанию своего ребенка. Проживание ребенка с одним из родителей не обозначает освобождение второго от вмененных ему законом обязательств. Проживающий отдельно от ребенка родитель вправе общаться с ребенком, участвовать в его воспитании, решать вопросы, связанные с образованием и иным развитием ребенка. При этом второй родитель не вправе препятствовать ему в этом. В противном случае дело может быть передано в суд. Исключения составляют случаи, когда общение с отдельно проживающим родителем может причинить вред ребенку, но подобные вопросы также подлежат выяснению и доказыванию уже в суде. Соглашение о порядке общения с ребенком отдельно проживающего родителя. Если у родителей все же возникают разногласия по поводу времени, количества встреч с ребенком, а также по поводу решения иных вопросов касательно жизни ребенка, первое, что они могут и должны сделать, это мирно и цивилизованно обсудить все нюансы и заключить письменное соглашение о порядке осуществления родительских прав в отношении ребенка родителям, который проживает отдельно. В соглашении стороны могут указать любой порядок, какой сочтут нужным и возможным. Конкретные дни в неделе и количество времени, часов, когда родитель может забирать ребенка на прогулку. Дни, сутки, когда ребенок проводит по месту жительства второго родителя. Количество дней, недель или месяцев в течение каникулярного времени, когда ребенок проводит по месту жительства второго родителя. Порядок проведения праздничных дней, в том числе дня рождения ребенка, другие условия по согласованию между родителями. Свобода договора, соглашение дает родителям большой простор для того, чтобы они смогли предусмотреть в письменном соглашении любые условия, которые отвечали бы в первую очередь интересам и потребностям ребенка, а также устраивали бы обоих родителей. Учитывая, что закон предоставляет родителям такую возможность, доводить дело до суда не стоит. Прежде всего, необходимо приложить все усилия для мирного урегулирования вопроса и заключить соглашение о порядке общения с ребенком. Если эмоции и амбиции не позволяют родителям сесть за стол переговоров, весьма целесообразно прибегнуть к помощи юриста. При рассмотрении дела об определении порядка общения с ребенком учитываются различные аспекты: возраст ребенка, состояние здоровья ребенка, режим и уклад жизни ребенка, степень привязанности к обоим родителям, моральный и психический облик родителей, другие обстоятельства. Исковое заявление об определении порядка общения с ребенком. Судебный процесс по установлению времени встречи порядка общения с ребенком проводится по правилам искового производства. Иск об определении порядка общения ребенка с отдельно проживающим родителем можно предъявить как будучи в зарегистрированном браке, так и при фактическом распаде семьи, так и после развода. Разумеется, порядок общения с ребенком после развода становится предметом судебного разбирательства намного чаще. В исковом заявлении истец предлагает вариант порядка его общения с ребенком, либо детьми, и может просить установить дни, часы, периоды, когда он может беспрепятственно проводить время с ребенком, выводить его на прогулки, забирать к себе домой и так далее.
Следует помнить, что возраст ребенка имеет важное значение при установлении судом порядка общения. Если ребенок слишком мал, до 3 лет, находится на грудном вскармливании, имеет заболевание, требующее определенного ухода, то порядок встреч, периодичность и количество времени общения с отдельно проживающим родителем будут установлены с учетом всех этих обстоятельств. К примеру, если речь идет о годовалом ребенке, суд вряд ли определит возможность забирать его второму родителю на несколько дней в неделю. В этом случае возможно общение в течение определенного количества часов в неделю, в том числе с присутствием матери. Составляя иск об установлении порядка общения с ребенком, отдельно проживающим родителям, необходимо учитывать возраст ребенка. То есть изначально следует заявлять реальные требования, чтобы в суде не пришлось их уточнять. Суд принимает решение с учетом всех значимых обстоятельств и прежде всего обязан исходить из интересов самого ребенка. Это должны понимать оба родителя. Нередко стороны приходят к миру уже в ходе судебного процесса, и к этому призывает их и судья, поскольку он обязан принять меры в целях мирного исхода дела. Мировое соглашение о порядке общения с ребенком можно заключить на любой стадии судебного разбирательства и даже после вынесения решения судом. В деле в обязательном порядке принимают участие органы опеки и попечительства, которые дают свое письменное заключение по существу спора. Сотрудники отдела опеки выезжают по месту жительства ребенка для обследования жилищно-бытовых условий по адресу. Также и орган опеки по месту жительства истца осматривает его жилищные условия. По результатам проверок общения с родителями и с учетом ряда других аспектов орган опеки предоставляет суду свое письменное мнение относительно возможности определения заявленного истцом порядка общения с ребенком. При достижении ребенком 10-летнего возраста закон позволяет суду провести беседу лично с ним, то есть заслушать в ходе судебного разбирательства и учесть мнение ребенка. Статья 57 Семейного кодекса Российской Федерации. Мнение ребенка не является решающим, а лишь принимается к сведению суда и учитывается при вынесении решения. Опрос ребенка производится строго в присутствии педагога. Перед тем, как решить вопрос о том, привлекать ли самого ребенка к участию в процессе, суд выясняет мнение органа опеки и попечительства. Не навредит ли такой опрос психике ребенка, не окажет ли присутствие в суде на него неблагоприятного воздействия. Последствия неисполнения решения суда об определении порядка общения с ребенком. Неисполнение решения суда по определению порядка общения с ребенком может повлечь серьезные последствия вплоть до привлечения к административной ответственности. В случае же злостного невыполнения такого решения суд может передать ребенка второму родителю, если он обратится в суд с требованием об определении места жительства ребенка. Пункт 3, статья 66 Семейного кодекса Российской Федерации. Безусловно, такое решение принимается исходя из интересов ребенка, с учетом многих факторов, в том числе учитывается мнение ребенка, если он достиг 10-летнего возраста. Однако установление факта неисполнения родителям решения суда будет одним из главных аспектов при рассмотрении дела. Теперь вы понимаете, как определить порядок общения с ребенком на законных основаниях. Друзья, не позволяйте нарушать свои права.